Олимпийский цикл. Я сейчас не буду это, потому что... Но что было 27 декабря 79 года? В декабре зимы начало, в декабре дни рождения есть. Для кого декабрь начало, для кого лебединая песня? Для кого декабрь начало, для кого лебединая песня? В декабре меня кроха спросит, потирая озябший нос: папа всем ли подарки приносит в новогоднюю ночь Дед Мороз? Папа всем ли подарки приносит в новогоднюю ночь Дед Мороз? В декабре есть еще одна дата без отметки на календаре. Я тебя целую, как брата, на кабульском чужом дворе. Я тебя целую, как брата, на кабульском чужом дворе. Слезы радости, помни об этом, и друзьям своим растолкуй. Отчего нам так дорог это неуклюжий мужской поцелуй? Отчего нам так дорог это неуклюжий мужской поцелуй? В суете новогодней встречи вспомни наш боевой отряд. Первый тост за ушедших навечно, тост второй за живых ребят. Первый тост за ушедших навечно, тост второй за живых. Отработали все свои дачи, везли к Бабрака, в общем, второго раза завозили его до Баграма, нового председателя. И вторая песня, я не знаю, кто автор, спел ее, и мне стал известно, в 22-м Юрий Кирсанов, значит, песня. Бой имел в окрестностях Кабул, ночь светила вспышками огня. Не сломала нас и не согнула, видно ли крепче, чем броня. Дипломаты мы не по призванию, нам не братишка в дома. Четкие команды и приказания, и в правом кармане парочка гранат. Вспомним, товарищ, мы Афганистан, зарево пожарищ, крики мусульман, грохот автоматов, взрывы за рекой. Вспомним, товарищ, вспомним, дорогой, вспомним с тобой, как мы шли в ночи. Вспомним, как бежали в горы по смочи, как загрохотал твой грозный АКС. Вспомним, товарищ, вспомним, наконец. На костре в дыму трещали ветки, варился крепкий чай. Ты пришел усталый из разведки, долго, столько же молчал. Синими замерзшими руками протирал вспотевший автомат и о чем-то думал временами, головой откинувшись назад. Вспомним, товарищ, мы Афганистан, зарево пожарищ, крики мусульман, грохот автомата, взрывы за рекой. Вспомним, товарищ, вспомним, дорогой, вспомним с тобою, как мы шли в ночи. Вспомним, как бежали в горы по смочи, как загрохотал твой грозный АКС. Вспомним, товарищ, вспомним. Заходит на посадку, тяжело моторами гудя, он привез патроны и взрывчат.
тебя и для меня. Знаете же, ребята, мусульмане, ваше в том, что мы за вас. И не надо лишних трепыханий, приходите мне в последний раз. Вспомним, товарищ, мы Афганистан, зарево пожаришь, крики мусульман. Рохот автоматов, взрывы за рекой. Вспомним, товарищ, вспомним, дорогой. Вспомним с тобой, как мы шли в ночи. Вспомним, как бежали в горы басмачи. Как загрохотал твой грозный АКС. Вспомним, товарищ, вспомним, наконец. Строго, вот я там говорил, а здесь свои все, там были чужие люди, и не знали, что говорить, долго не думал, в конце концов, перестал думать, спел. Значит, кто был, тот помнит, кто думает, тот понимает, что на самом деле, при всем героизме поведения на войне наших ребят в Афганистане, а все мы парни одного полка под названием Максула, с роковарми, как хотите, значит, при всем том, что они сражались за Родину и, в общем-то, оттянули на какое-то время вот эти события, которые произошли потом, после афганской войны, продолжаются до сих пор. Все-таки дорогое удовольствие война, где с погибшим числом не считается никто. Я, например, я знаю то, что знает американская разведка. У меня свои источники есть. А вот когда начинают долдонить 13 521, 15 тысяч сколько-то, смело умножать на 4, любую цифру потерь, которую вам заявят. Американская разведка, которая считает лучше наших, там закрыто было у нас все, и до сих пор еще, где-то 56 тысяч потерял Советский Союз боевой силы в людях, в солдатах, в офицерах. 56 тысяч. Больше, чем во Вьетнаме, почти того, что потеряла Америка. Только у нас не захороненных полно осталось там, в горах, в песках, где-то, неизвестно чего с ними. А Афганистан, а во Вьетнаме американцы закончили это дело и тут же заключили договор с Вьетнамом. И вот я был на Вьетнамском кладбище, это вот такая черная стена, уходящая вдаль. Полно свободного места, и каждый год туда вписывают. Почему? Потому что вместо вьетнамцев идут фаланга от пальца осталась где-то там в джунглях, да, все остальное сгнило, растащили двери. Вытаскивают, отправляют, а Вьетнам работает, отправляет США, а там целый институт работает над тем, чтобы генетический анализ провести, установить, кто он, и вписать его. У нас, как вы знаете, как сказал один деятель, солдаты, баб много новых солдат нарожает. Вот эта доктрина дурацкая продолжается. Скоро не от кого будет бабу рожать, если мы так дальше будем продолжать это. Так что еще почему 15 февраля это не праздник, а если это праздник, то со слезами на глазах. Значит, но тем не менее, продолжается война в Афганистане. И я бы хотел обо всех спеть, все родовойск, какие были. Но начну с танкистов, о них мало написано. Ну, на блокпостах подрывались на минах, где-то бегали песни. Я, к сожалению, танкистов не писал. Хотя друг у меня был, там танковый ротик. Я на танк ездил, на моем бронетранспортере гонялись друг за другом, пьяные. Чего лучше, БТР или танк? Кончил с тем, я покон стукнулся башкой и без шлема. И так же никто не выиграл, мы как бы там. Вот танки. Песни Мишки Михайлова. Замечательнейшая песня, я ее пел один раз, но я спою с разрешения. Все песни, которые пою, я пою с разрешения моих товарищей, которые тоже. Они мои поют с разрешения. Таких немного, остальные поют как хотят, и чего хотят, и где хотят. Это действительно, я сам такой видел. Дорога с Файзабада, значит, начинается с тем, что там из Союза редкий был деликатес, помните такие вот банки селедки, да? И вот знак, вот эта крышка от банки селедки, там на белом фоне что-то нарисовал, не то танк, не то трактор, но с пушкой, ну и кружочек. Значит, обочины не проверены, не съезжать. Но не могли саперы там противотанковые. Противотанковые нельзя было определить, это в кино красиво, интересно, но мы тут поставляли в Афганистан колхозы развивать, там, аммиачную селитру, нет, наш кто продавал это, не-не-не, это такое, это мешок на поля у нас. Их украли, эти горы наших мешков, через неделю ни одного не осталось, и навострились духи делать 50 килограмм фугас, и поскольку он в целлофановой упаковке, ни собака его не учует, они на это.
них идет впереди сапер, штыком протыкает, но и такой самодельный взрыватель из подошвы гвоздя и крышки от маленькой банки, и все на батарейках. Где взорвет, чего взорвет, ну, у танков сначала крыша, и много было таких. Многие танки валяются, друзья приезжают, фотографии приносят, бросили на колонию в речку, так лежат. Но разобрали, конечно, все. Американцы приказали весь металлолом собрать, свезти в Кабул. Ну, кто будет там вытаскивать со дня, одна пробка. Лежат танки, БТР, машины сошли. Ну, вот такой знак. ГИБДД, конечно, не военный, ВАИ там нет никакого. Просто водитель едет, сюда лучше не съезжать, не выходить. Дорожный знак называется. Михаил Михайлов, вы знаете вообще. Мишку нашего знака. Здесь дорожный знак не в законе, есть один, и тот не в дугу. Нарисован на белом фоне танк нелепый в красном кругу. Дальше хочешь сядь за баранку, нет колес, то груз за плечо. Мол, нельзя кататься на танках, танкам здесь проезд запрещен. Мол, нельзя кататься на танках, танкам здесь проезд запрещен. Танки те, что стали гробами, стянуты с дороги на край, с нецелованными губами отправлялись мальчики в рай. Сколько обелисков из башен на дорогах этой земли, скольких, скольких мальчиков наших под броней не уберегли. Сверху глянь, а хочешь с изнанки, все чистые, их дом освещен. Но нельзя кататься на танках, танкам здесь проезд запрещен. Но нельзя кататься на танках, танкам здесь проезд запрещен. Видно, не по чьей-то обложке вкопано, как будто навек. Не для этой только дорожки, для дорог стоит он для всех. Мир до боли мил с позаранку, помолился, был бы крещен. В нем нельзя кататься на танках, танкам в нем проезд запрещен. В нем нельзя кататься на танках, танкам здесь проезд запрещен. Значит, были друзья. Все были друзьями, те, кто был друзьями, кто просто, как мы давно решили жить в маленькой колонии советских войск, там в этом Бадахшане, богом забытом, и нам нечего делить. Но были, конечно, командиры, командиры полков некоторые, там какие-то начальники штабов, которые ловили меня и кричали там, вот, на 2500, значит, мы тут хозяева. Я говорю, друг ты мой, мы хозяева там, где вас нет и не будет никогда, по всему земному шару. Приходилось бороться, но были и друзья в 860-м полку, замечательные люди, которые ничего не делили, был комбат 2, были бойцы рядовые у моих солдат, там были. Значит, это песня о колоннах. Колонны самые страшные, вот не дашь собрать, вот ветеран, на колоннах надо гибло больше, чем на боевых операциях. Мы крайняя точка, вот Файзабад, это трасса жизни кончается, идет колонна терминированных, везет туда галоши, муку, цемент, а полку ГСМ, все, все, что, что нужно. До дороги минированные в горах трудно. Значит, ну вот колонна, это размышление. А нет, тогда я начал. Первая моя колонна, тоже со вторым батальоном 860-го отдельного полка. Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Здесь горы, вершины и солнечный зной, и медленно по серпантину колонна полызет. Опять засада, а ну держись, дешевле копейки стоит жизнь, и только случай решает, кому повезет. Опять засада, а ну держись, дешевле копейки стоит жизнь, и только случай решает, кому повезет. Броня БТР раскалена, ему недолгая жизнь дана, до первой мины, до первой РПГ.
А ты не машина, ты человек, летит 14 век, тебе в лицо сквозь прицел КПВТ. А ты не машина, ты человек, летит 14 век, тебе в лицо сквозь прицел КПВТ. Гудит под пулями броня, пытается смерть достать тебя, ты ей ни раз, ни два в глаза глядел. Но сквозь пороховой туман ты слышишь громовой душман, и землю пробили десятки огненных стрел. Но сквозь пороховой туман ты слышишь гром и вой душман, и землю пробили десятки огненных стрел. Знакомый рокот уши бьет, над нами боевой вертолет, а ну-ка теперь посмотрим, чья возьмет. Пускай ты летчик, а не бог, но больше бога ты сделать смог. Спасибо, дружище, за нами не пропадет. Пускай ты летчик, а не бог, но больше бога ты сделать смог. Спасибо, дружище, за нами не пропадет. Мы тоже выручим не раз тебя, как ты сегодня нас, и выпьем не раз за дружеским столом. С тобой за тех, кто не дожил, кто не допил, не долюбил, и никогда не забудем мы о ком. С тобой за тех, кто не дожил, кто не допил, не долюбил, и никогда не забудем мы о ком. Здесь на войне, как на войне, здесь дружба ценится вдвойне, и потому за дружбу второй стакан. За нас с тобой, за дом родной, за этот день, за этот бой, и даже черт с ним за этот Афганистан. За нас с тобой, за дом родной, за этот день, за этот бой, и даже черт с ним за этот Афганистан. Значит, про последнюю колонну, не последнюю, а крайнюю колонну, у меня была последняя, больше не ходил, я попозже спою. В конце, когда война кончится, да будет заканчиваться мое пребывание там, последняя колонна. В сопровождении того же батальона они вели, слава Масловскому командовали. Значит, а сейчас, значит, на войне письма мы писали. Чего там особо напишешь, потому что цензура, вот вроде совершенно секретная диверсно-разведывательная группа, но письма отправлялись через полк, полковой почту 660-го полка. И там, как обычно, чтобы не демаскировать нас, поэтому, там, как военный цензор работает, понятно. Они уходят там, туда, на родину, все там. Поступило в поврежденном виде конверт. И там черные туши. Читалось все, но над лампой подержало, и все, что они замазали, все видно. Из России шли такие же, значит. Но письма писали, а если не писали, так бы впрок. И все письма, это не женам, это всем женщинам, которые ждали нас, любили и дождались. И те, которые не дождались, им кто-то им не сказал этого, не написал, так что за всех наш хвал. «Мир без тебя» называется песня. Действительно, сумасшедший мир, другая планета. Этот мир без тебя, просто голые скалы. От палящего солнца не спрятаться в тень. И душманские буры стерегут перевалы. И в тревожных рассветах рождается день. Здесь душманские бури стерегут перевалы, и в тревожных рассветах рождается день. Этот мир без тебя перечеркнут ракеты, и погибшим друзьям не закончился счет. Здесь отмерена жизнь пулеметной лентой, караванной тропою и чем-то еще. Здесь измерена жизнь пулеметной лентой, караванной тропою и чем-то еще. Этот мир без тебя неизменен и вечен, мир нежданных разлук и случайных встреч. Здесь ремни автоматов врезаются в плечи, и звучит иностранная, странная речь. Здесь ремни автоматов врезаются в плечи, и звучит иностранная, странная речь. Этот мир без тебя,
он расколот войною. Эхо выстрелов скачет по склонам крутым. Этот мир без тебя все же полон тобою. И становишься ближе, далекая ты. Этот мир без тебя все же полон тобою. И становишься ближе, далекая ты. Я говорил, это письмо, которое, конечно, написано не было, и отправлено не было, значит, все перечеркали. Но я эту серию назвал «Письма с афганской войны», но сейчас поет просто продолжение этой песни. Жив и здоров, не контужен, не ранен, а об остальном догадайся сама. В Афганистане, в Афганистане жизнь не уместится в строчке письма. В Афганистане, в Афганистане жизнь не уместится в строчке письма. Ты не прочтешь в популярном романе, как проверяются судьбы в бою. В Афганистане, в Афганистане время историю пишет свою. В Афганистане, в Афганистане время историю пишет свою. Даже на самом широком экране не показать, что такое война. В Афганистане, в Афганистане правда оплачена нами сполна. В Афганистане, в Афганистане правда оплачена нами сполна. Кто-то поднимется, кто-то не встанет, сердце разбив о гранитную твердь. В Афганистане, в Афганистане цены иные на жизнь и на смерть. В Афганистане, в Афганистане цены иные на жизнь и на смерть. Балхе, в Герате, в Казани, в Бадахштане, в скалах Саланга, в песках Чардары. В Афганистане, в Афганистане время не выветрит наши следы. В Афганистане, в Афганистане время не выветрит наши следы. Верить и ждать, не клянись на Коране, знаю, не веришь ты в эту муру. В Афганистане, в Афганистане белое солнце встает поутру. В Афганистане, в Афганистане белое солнце встает поутру. Вот такие, в общем, планы без названия. Нет, название там есть, но не важно где. Рейд, маленькая песня, небольшая. Здесь солнце бьет с вершин лучами маяка. Над кишлаком корши зависли облака, и топчет караван столетнюю тропу. Вот так Афганистан врывается в судьбу, и топчет караван столетнюю тропу. Так Афганистан врывается в судьбу.
речкою как чай, качается жара, и пахнут алычевые горячие ветра. Под каской котелком дуреет голова, трещит под сапогом сгоревшая трава. Под каской котелком дуреет голова, трещит под сапогом сгоревшая трава. Призраком беды дурачат миражи, а что там впереди, попробуй предскажи. Но кто бы нагадал, что встретится вдали, а мы идем к горам 15 шуравей. Но кто бы нагадал, что сбудется вдали, а мы идем к горам 15 шуравей. Нам некогда глядеть на местный колорит, нам вечером успеть на базу предстоит. Мы смоем пыль и пот и запах от ремней, и встретим Новый год в компании друзей. Мы смоем пыль и пот и запах от ремней, и встретим Новый год в компании друзей. На немой вопрос без усых новичков поднимем третий тост без звона и без слов. Начнет ночная мгла над лагерем кружить, такие здесь дела, такая наша жизнь. Начнет ночная мгла над лагерем кружить, такие здесь дела, такая наша жизнь. Лучшие друзья у нас были вертолетчики. Так повелось, потому что когда я приехал только туда, и надо было как командиру этой группы, и всего этого, небольшая группировка человек, 50 было, а мне надо план обороны виллы, кто меня будет эвакуировать, нападут, вилла на краю города, полк в 10 километрах, значит, вертолетный, ребята тоже. Я приехал к командиру полка, к Каратюняну, он мне был такой, вроде умер уже. Но морду ему в Баку, когда события в Карабахе начались, он был комиссаром, морду ему набили свои же армяне. Там. Но он сказал, мы не пойдем. Чего там сидите, сидите вы там. Значит, ко мне сказал так, раньше 5 часов, после 5 часов вечера и раньше 8 часов утра с полка не пойдет вас спасать, с полка никто. А у меня уже был побратим, светлая память Ваня Бурага, и КМСка Виталька Балабанов, эскадрилья Файзабадская. То они выпили с ним положили, говорит, Игорь, мы сейчас поднимемся, норсами вычистим тебе выход оттуда из города на дорогу. И кто влезет там на твой транспортер один, того заберем, остальные. Я говорю, как же у меня вилла, ребят, там все партийные, комсомольские советники, тут боевые друзья из милиции, кобальт, как? Ну, значит, полгорода снесем выходить пешим строить, забрать не можем. Не потребовалось, слава богу, ничего такого, но они бы это сделали, потому что... Ну вот, он погиб. Вместе с КМСкой Виталием Балабановым он в сентябре 83 года сгорел. Вот там, где сходят 4 границы, высокогорье, при постановке, при воздушном, при минировании караванных троп с вертолетом. Побратим, почему мы... А сейчас пою об этом тогда лучше. Вадим Бурага его звали. Мы ошиблись в расчетах, их было 500, а не 200, как нам сообщали. В кишлаке Форгамуш весь второй батальон пулеметами тухи зажали. Отсекли БМПшки огнем РПГ, 3 из них подорвались на минах. Залегли наши роты, прижались к земле, и осколки плясали на спинах. Слева-справа кто бьет, черт их всех разберет, хуже нету такой заварухи. Из мечети вдоль улицы бьет пулемет, и визжат озверевшие духи. Время 20:00, надо что-то решать, скоро нос, ночь наши шансы урежет. Без колес и брони нас теперь... Нам кольцо не... Спасибо. Нам кольцо не пора рвать, а они нас теперь не поддержат. Страха не было, только вселенская злость и расчет на везение любое. Я потом уже думал, а если б пришлось затыкать пулемет тот с собою? Да, наверное, б смог, ошалев от тоски, если смерть так уж лучше с почетом. Только вдруг душой долетел от реки так знакомый напев вертолета.
А мы ведь знали, вертушки на базу ушли за высокие горные гряды. По какому приказу вернулись они, да еще перед самым закатом. Дальше все как по нотам, взорвался эфир баритоном охрипшим комбата. И взметнулся распоротый Нурсами мир, и в атаку поднялись ребята. Было время, и был ослепительный час. Все отмечено в сводках и справках и сводках. Оставили вертолетчик, что вытащил нас, оказался моим одногодкой. Да еще москвичом, эх, тесна по земле. Побратаемся, что ли, ей-богу. Два осколка засела в руке у меня, а его угораздило в ногу. Мы по капельке крови смешали в стакан и добавили спирта с водою. А начальник разведки, седой капитан, был при этом при всем комодою. Это диким покажется вам издали, мол, с ума что ли там посходили. Но мы традиции сами слагали свои. Жаль, что нынче о них позабыли. Мы потом не один еще прожили бой. Все мы жили боями в Афгане. Я в апреле в Россию вернулся живой. Он погиб в сентябре в Бадахшане. На гранитной плите место между цифр тире и слова «Выполняю задание». Я сюда каждый год прихожу в сентябре с побратимом моим на свидание. Так теперь и живу, не боясь ничего. Может быть, за себя, может быть, за него. Сам. Долетел до Тузели, а это военный аэропорт, там недалеко от Ташкента. Тузель — это вот как последний клочок нашей родной земли советской. Значит, и в Тузеле ждешь, пока рейс тебе нужный, военный полетит куда-то. Ну, денег нет, естественно, а выпить хочется, да, нечего. Ну, а что еще делать? Песни петь и пить. Песни петь и водка. Водка теплая, пить и не очень хочется. Деньги оставлены на возвращение, а вдруг еще кому-то улетает. И сидишь и ждешь. Люди в палатках сидят там, больших армейских, ходят, выходят, ходят вдоль этого аэропорта. Ну и происходит встреча с местным населением. Надо же общаться с местным населением. Что там за рубежом, что и здесь. Тут свои вроде местные населения, там понятно кто. Ну вот, короче, такая песня. Это пересылка это называется, тузельская пересылка, и такая песня. До Кабула, Тузели, я промаялся неделю, на войну пойди попробуй улети. Пропотал на пересылке между песней и бутылкой, только встретилась девчонка на пути. Пересылка, пересылка, на ветру твоя косынка, как сигнал на выход в море кораблю. Пересылка, пересылка, поцелуй прощальной пылки, но не буду врать, что я тебя. Полевых погон распятие, а на тебе такое платье, будто вечер повторился выпускной. В легком сице зябнут плечи, не оправдываться нечем, наши судьбы перепутаны войной. Пересылка, пересылка, на ветру твоя косынка, как сигнал на выход в море кораблю. Пересылка, пересылка, поцелуй последней пылки, но я не буду врать, что я тебя люблю. Самолет уходит к югу на прощанье, дай мне руку, кореглазая попутчица на час. Улетаю за судьбою, она бывает злою, но не хочется об этом мне сейчас. Пересылка, пересылка, на ветру твоя косынка, как сигнал на выход в море кораблю. Пересылка, пересылка, поцелуй последней пылки, все равно не буду врать, что я тебя люблю. Thank you.
закурил, а сердце рвется и со счастьем расстается. Пусть оно еще продлится на чуть-чуть. Самолет гудит устало, а ты у кромки поля встала и рукою мне махнула в добрый путь. Пересылка, пересылка, на ветру твоя косынка, как сигнал на выход в море кораблю. Пересылка, пересылка, поцелуй прощальный пылкий. А я не буду врать, что я тебя люблю. Возвращаемся опять к войне. Там все к советской территории. Там Ташкент еще вроде как советский. А вот тут потом начинаются боевые бои. Поэтому песня снайпера, которая в Москве. Песня снайпера спецназа, который приехал в Москву. Привез, конечно, домой чего-то туда в отпуск, все эти контрабанды, все эти оккупационные товары, которые там. У нас вообще таких не было. Он привез, посмотрел, тут все в Москве в них ходят. Я, черт возьми, последние чеки потратил на эти вонючие дубленки какие-то джинсы расползаются там. А тут вся война, вся Москва ходит, очки Джамир, хамелеоны, тут крестики, там сервиза Мадонна, тут с Мадонной на груди, неделька, не знаю, что это такое, это объяснять не надо. Это же дефицит совершенный, ну, наверное, нужный был, тут везли его тоннами. И вообще все остальное, ну и джинс, US Top, US Pop, команда, там батники, кожаные пиджачки, вся Москва ходит. А вот что цинки идут уже оттуда потоком, всем наплевать. И когда этот снайпер спецназа возвращается, да, долетел до базы и сразу на операции. Вот размышления. Да, ну еще вы помните, у березок толпились там мальчики, в моде были бананчики, меняли чеки, ломщики все такие прочие там. Называется «Мальчики-бананчики», значит, вот такие вот песни. Снайперы. И вот он лежит, не удалось. Продвижение вперед, это почти досада. Вот они лежат, ждут, пока вертушки придут, и путь расчистят, и вспоминают. Делать нечего, стрелять не в кого. Да, значит, и вот так он такие мысли приходят ему. Четвертый час лежим в пыли, на солнце яростно слепит. Чуть-чуть поодаль догорает БМП. Тоска такая, хоть кричи, а наша рация молчит. И черти, что за мысли в голове, а где-то мальчики, надев бананчики. Клиентов у березки поджидают делово, а у меня в прицеле солнечные зайчики, 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 и больше ничего. Мы вышли встретить караван, но напоролись на душмана, и духи нам устроили аврал. Играем с ними в чет-нечет, и час за три идет в зачет, о чем нас кадровик предупреждал, а где-то мальчики по ресторанчикам. Под вечер отправляются на импортных авто, а у меня в прицеле солнечные зайчики, 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 и больше ничего. А может, так и надо жить? Кому стрелять, кому кутить, кому-то все это показывать в кино, но ощущение гнетет, что все известно наперед и повторяется забытка давно. И эти мальчики по кинозальчикам геройство наши будут наблюдать из темноты и щекотать подружек резвым пальчиком и целовать зевающие рты. И щекотать подружек резвым пальчиком и целовать зевающие рты. Шахты, штольни, там на карачках, как у нас революционно, или как показывают на себе, как рабы работали местные жители, духами согнанные, под руководством инженеров французских, лазурит, добывают лазурит. Килограмм чистого лазурита стоил 3000 долларов, а там лазурита, как у нас глина в Подмосковье, такого. Их вывозили в Пакистан, продавали, покупали оружие, из Пакистана это оружие у нас в Афганистан. Взяли мы этот лазурит, ну, одну песню про эту операцию пела, но я сейчас потом она повеселее, а это вот то, что происходило. Перевал Карамунжон, нищий на карте мира, на 200-ке он пунктиром тонким, да. Только птицам виден он,
что уходит легкокрыло зимовать на сопредельный Пакистан. Только птицам видено, что уходит легкокрыло зимовать на сопредельный Пакистан. Караван, перевал Кармужон, лазуритовые шахты, караванная тропа по леднику. Здесь стоят со всех сторон горы древние на вахте, безучастные и к другу, и к врагу. Здесь стоят со всех сторон горы древние на вахте, безучастные и к другу, и к врагу. Перевал Кармунжон, здесь веками тихо-тихо облака катились по морю небес. Здесь мы лезли на рожон, и рассерженно и дико эхо вторило раскатом АКС. Здесь мы лезли на рожон, и рассерженно и дико эхо вторило раскатом АКС. Говорят, познай себя, а мы узнали много больше, жизнь оценивая заново свою. Что судьбы бывает нить, самой тонкой нити тоньше, и что счастье добывается в бою. Что судьбы бывает нить, самой тонкой нити тоньше, и что счастье добывается в бою. Были звания, ордена, были звезды на погоне, но не этим не забудется Афган. Сколько там осталось нас на камнях Кармунжона, столько в памяти невылеченных ран. Сколько там осталось нас на камнях Кармунжона, столько в памяти невылеченных ран. Перевал Кармунжон, не ищи на карте мира, на 200-ке он пунктиром тонким дан. Только птицам виден он, что уходит легкокрыло зимовать на сопредельный Пакистан. Только птицам виден он, что уходит легкокрыло зимовать на сопредельный Пакистан. Вот как это виделось. Спасибо, это. Как это виделось. Лазуритовая операция. Я другая песня. Вы знаете, я спою, потому что как бы это об одном и том же все. Но более подробно. Гор и высоких перевалов, среди них Кармунжон. Лазурита там навалом, а еще басмачи, нам их надо выбивать, басмачи афганов вашу мать. А еще басмачи, нам их надо выбивать, басмачи афганов вашу мать. Там душманский отряд под командой у Булдода, а у них говорят, ДШК и минометы, только нам, парманист, нам на это наплевать. ДШК афганов вашу мать. Только нам, парванист, нам на это наплевать. ДШК афганов вашу мать. Вот ракета пошла, начинается работа, лезет прямо с борта под огонь их пулеметов. Вот теперь поглядим, кто умеет воевать перевал твою афгана мать. Вот теперь поглядим, кто умеет воевать перевал твою афгана мать. Рассвет застает запыленных и уставших, водка нас не берет, так что молча пьем запавших. Но зато лазурита Пакистану не видать, Пакистан твоего афгана мать. Но зато лазурита Пакистану не видать, Пакистан твоего афгана мать. И вернувшись домой, чтоб не все было забыто, мы захватим с собой по кусочку лазурита, чтобы вспомнив, как было, с усмешкой мог сказать, лазурит твою афгана мать. Чтобы вспомнив, как было, с усмешкой мог сказать, лазурит твою афгана мать. Ну вот, враги мой погиб, с Камайской с другом то же самое. А вот эта песня была написана в новогоднюю ночь. Все были живы, все эскадрильи живы, и мы там празднуем эскадрильи Новый год. Первый Новый год в Афганистане у нас. Я и два офицера в эскадрильи. На Файзабадской эскадрильи, и песня была написана. Значит, не знал, что так получится, потом просто. Вот опять летим мы на задание, режут небо кромки
постель. А внизу земля Афганистана разлеглась в квадратиках полей. А внизу земля Афганистана разлеглась в квадратиках полей. Но не верь, спокойствие ты вечное, вот уже к тебе под облака тянутся прерывистые встречные огненные трассы дышека. Тянутся прерывистые встречные огненные трассы дышека. И кому судьба какая выпадет, предсказать заранее не верить. Нам не всем ракеты алые светят, право на посадку и на жизнь. Нам не всем ракеты алые светят, право на посадку и на жизнь. Ни к чему гаданья и пророчества, и о прошлом тоже не жалей. Не спастись порой от одиночества, даже в окружении друзей. Не спастись порой от одиночества, даже в окружении друзей. Но опять летим мы на задание, режут небо кромки лопастей. И опять страна Афганистания разлеглась в квадратиках полей. И опять страна Афганистания разлеглась в квадратиках полей. После первого заезда в Афганистан, год отбыл, приехал. У меня был друг, и сейчас есть, только давно пути поддет далеко-далеко. Друг был удостоен ордена Красной Звезды. Вручали в военкомате ему где-то. Я пошел. Ну, короче, все описано здесь. Мы потом удостоверения были на руках. Под Швейцарию милиция нас не пугала. Мы в националь заперлись. Много всего делали. Разожми кулак, сведенный друг, товарищ. Пусть засветится эмалевый рубин. Он тебе напомнит зарево пожарищ и разорванную сталь бронемашин. Он напомнит злое небо чеквардака, догорающий на склоне вертолет, как захлебывалась пятая атака и как кто-то грудью лег на пулемет. Ну а эти за столом под образами, за скатеркой из зеленого сукна, не они тебя на рейды провожали, не они тебе вручали ордена. Знаешь, друг, давай пойдем по ресторанам, так давно ты в ресторанах не бывал. Поглядим, как там куражатся нефманы, прожигающие частный капитал. Нам отпустят все грехи официантка и под вопли электрических гитар. Ты расскажешь про обстрелы на Саланге, а я тебе про непокорный Кандагар. Кто-то нас объявит жертвами ошибки, кто-то памятник при жизни заведет, кто-то в спину нам пролает недобитки, а кто-то руку понимающе пожмет. Помнишь Пашку? А Валерку из Баграма? Оба в 81-м полегли. У Павлухи только старенькая мама, а Валерка звал невесту Натали. Третий тост, не прячь глаза, ведь мы мужчины. А ну-ка, девочка, неси еще вина. Звезды в рюмку по традиции старинной. Так на фронте отбывают ордена. Выйдем в полночь, постоим под фонарями. У бессонницы забвения не проси. Отвези нас на свидание с друзьями, несговорчивое позднее такси. Эй, шофер, неужто мало четвертного, или слишком суровый на вид? Но подбрось нас до поселка Вострякова,
постоять у краснозвездных пирамид. Эй, шофер, неужто мало четвертного? Или слишком мы суровые на вид? Но подбрось нас до поселка Вострякова, помолчать у краснозвездных пирамид. Это такой коллаж такой, на все называется песня «Пули». Песня с этой. Значит, это да. Ну, значит, кто песню «Пули» слышал хоть бы раз, поймет. Спросите каждого из нас, что в мире нет прекраснее напева, когда она сторонкой пролетела. Свою ты не услышишь никогда. Бесшумно, как падучая звезда, с последним ощущением тревоги, она тебя отыщет среди многих. А потому под пулями не гнись. Не удлинишь таким маневром жизнь, а просто надо двигаться вперед, сомкнуть ряды, и кто-нибудь дойдет. Песня «Пули». Бредет песнями земля, от ручья до соловья. Композиторы в идеях утонули, но однажды вышло друг нам почувствовать на слух песню «Пули», песню «Пули». Но однажды вышло друг нам почувствовать на слух песню «Пули», песню «Пули». Мы узнали, старина, как умеет петь война в Кандагаре, в Бадахшане и в Кабуле. Под аккорд 5:45 смерть выходит исполнять песню «Пули», песню «Пули». Под аккорд 5:45 смерть выходит исполнять песню «Пули», песню «Пули». И рикошетят от земли, пули прыгают в пыли. Вон фонтанчики кому-то потянулись, недолет ли перелет, но кто-то жизнью оборвет песню «Пули», песню «Пули». Недолет ли перелет, но кто-то жизнью оборвет песню «Пули», песню «Пули». Было дело, бой гремел, каждый честен был и смел. Мы не дрогнули и вспять не повернули, ни за деньги, ни за страх. Вот и слышим мы во снах песню «Пули», песню «Пули». Ни за деньги, ни за страх, вот и слышим мы во снах песню «Пули», песню «Пули». Придет песнями земля, от ручья до соловья. Композиторы в идеях потонули, но однажды вышло друг нам почувствовать на слух песню «Пули», песню «Пули». Но однажды вышло друг нам почувствовать на слух песню «Пули», песню «Пули». Так. Еще последний сейчас. Нет, перерыв. Терпи еще немножко, пойдем курить. Значит, песня. Ну, чтобы первую часть нашего концерта закончить, известная вам веселая песня. Лучше про то, как нет бронежилета и как тяжело без женщины. Но надо улыбаться. Там. Будь спокоен, улыбайся. Если вам однажды перед рейдом в горы не досталась каска и бронежилет, вспомните, что где-то бродит вовсе голый, с вами в общем незнакомый снежный человек, и улыбка без сомнения вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас. Если вы с обрыва в голубые дали полетели лихо камни догонять, вспомните, что раньше вы так не летали, и, как видно, больше вам так не летать. И тут улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас. Если вас в дукане нагло обманули, если гнев невольно сердце к вам проник, вспомните, что в вашем
Между прочим, автомате пули, их на все дуканы хватит. Вспомните о них, и тут улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. Их хорошее настроение не покинет больше вас. Сейчас бы так, да? В архиве дела и в арсеналах автомате. Если вас за ногу кобра укусила, если жить осталось только полчаса, помолитесь Богу, что ли, соберите силы и, как в детстве, начинайте верить в чудеса. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. Но самый трагический сейчас, который будет. Если вам замены нету из союза, если не пускают свидеться с женой, то кушки лица. Вспомни же, ребята, Робинзона Круза, как 12 лет прожил он с одной козой. И тут улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. Еще одно слово про козу, да. То есть не совсем не имеет значения, это просто... У нас приезжал, был такой Акопян, я был в краснознаменной школе КГБ, там Акопян, который сам вернулся. Его не ловили, нам не передавали, никого меняли. Он вернулся вместе с женой Кларой и принес с собой 2 чемодана фунта стерлингов, пришел партийный взнос за 18 лет сдавать. Он говорит, что за фильм идет, 17 ноября весны, помните? Там Штирь с женой встречается. Что за разведчик, говорит, такой Хренов? У него что, ни очередь-командир, ни конспиративных, сидят, глядят друг на друга из угла там, значит, на глазах Гестапо. Что, говорит, ничем не запас, ни явками, ни паролем, в кафе встречается. Ладно, перекур, перекур, там все. До встречи, сейчас еще 15 минут. Спасибо.